Попытка номер... честно говоря, мы сбились со счета, но надеемся, что это уже точно тот самый. Анастасия Волочкова показала нового избранника. Им оказался простой 40-летний мужчина из коммуналки Михаил Лагин. По заверениям самой балерины, она с самого детства очень боится одиночества, а остаться без пары в день всех влюбленных она явно не планировала. И отметила 14 февраля в любви и с размахом. Красиво украшенный стол, шары в виде сердец и романтическая обстановка. Именно так начался праздник у Волочковой.